ходишь втихаря. Ну а что втихаря? Ну, совсем не втихаря. Да. А расскажите, кто вы? А зачем она тебе надо? Ну интересно. Ну и все, с интересом не оставили. Кого-то поддержать приехали? Да, тебя поддержать. Издалека приехали? С огромным. Почему? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы пришли на акцию сегодня? А что такое? Ну, просто мне интересно. А кто это? Я журналист. Ну, да просто что? Гулять пришли? Мы застрелились. Да. Была на акции, я там. А вы на акцию пришли? Нет. Нет? Гуляем. Сегодня же дата. А что за дата? А вы не знаете, какая дата? Небесная сотня. Не разговаривайте, вы не имеете права нас спрашивать. Или на акцию? Чего вы там пришли? Хоть мы стоим и разговариваем. Мы стоим и разговариваем. Про ну тогда чего вы обижаетесь? Ну ответили и все. Так, ну, нельзя. Во-первых, вы не имеете права без разрешения фотографировать. Добрый день. Скажите, вы на акцию пришли? Да. Не совсем. Не совсем? А что здесь делаете, если не секрет? Курим. Если не совсем? Курим. Курим. Курите? Да. На 250 грамм. 100? Да. На 250. На 250. Добрый день. Вы на акцию пришли? Нет. Нет? Зачем? А что делаете а здесь? Вы из какой сферы? Можно телебачение. А яке телебачение? А вот там написано. Все, там соберите уже лайка. А чего лайка? Вечером посмотришь. Я за нашу доблестную Украину, твари, блин, таке творят, что... Невозможно вже робити. Ну, що вони тварюки газ вже так підняли, що вже... Гадюка, це можна що? Проти чого протестуєте, розкажіть. Достало. Пора знімати вже це господарство лишнє. Почому? А толку? Два года уже не Майдан прошел уже и все, и нету ничего хорошего. Жизни нету никакой. Почему я тут сегодня? Потому что я думаю, что все неправильно. Повинно бути якась, ну, порядок бути в державі, повинно бути все по-чесно. А не так, як прийшли до влади, набили кармани і втекли. Добрий день. Здравствуйте. Скажіть, проти чого протестуєте? За ідею. За какую? Дика дабленеза. В чому ідея? В двох словах. Без коментарів. Не скажу. Почему? Я проти усіх протестую. Комунальне, хуйне, все на світі. Он готовный? Что у нас это? Вы откуда? Where you from? С Киева. You don't speak English? Well, it's bad. А я вам скажу, що ви предатель. Так, розкажіть. Тому що ви усі долажуєте всяку брехню отудово, отудово. Ага. Так. Ви, я вже на вас і спитала, що ви всі бігаєте. А, скажіть, проти чого протестуєте сьогодні? Проти Деда Мороза. А бабушке можна привіт передати? Так, давайте. Передаю бабушке свої привіти. Де бабушка? Ребята, добрий день. Ви на акцію прийшли? Против чего протестуете? Против вас. Против меня? Да. А чем против я вашей камеры. Мама. Что такое? А что здесь происходит? Что случилось? Ребята, вот что такое? Что такое, ребята? По своим делам. Что такое? Мы прекращайте. Хотим в туалет. В смысле? Давайте что, пока... Будем... Оля, девчонки, давай. Вперед. Ну, что ты? Давай, давай, так вперед. Что здесь происходит? Ничего, какая разница тебе, что происходит? По сколько вы дают? Ничего не дают. Давай, иди отсюда. А что за черт? Я тебе еще раз. Я же вас только что видел возле Кабмина. Кто бачу? Я. Сейчас будет скандал. Что такое? Что случилось? По сколько вы даете? Да никто ничего не дает. Как не дает? Что такое? А что по первому происходит? Что такое? Извините. Я не понимаю. Хорошо. Ждите, да. Я не могу понять, что такое. Чего вы ходите с фотоаппаратом здесь? Я не могу понять, это что, цирк? Вот я тоже не могу понять и пытаюсь разобраться. Что это, что цирк или что?
Не могу понять. Ой, вам делать нечего. Куда тебя пописать, господи? Что вы там встали? Капец. Я понял. Пошел нахер отсюда. Нахер иди, блядь. Сейчас на... Иди нахер, чучело. Товарищ, а что ты меня снимаешь? Каких делов? Сколько платят за акцию? Каких делов? Каких делов, блядь? Говнюк, а чего вы так агрессивно настроены? Сука. А вы откуда? Я буду бить тебя, блядь, как собаку. Да. Вы откуда? Что вы хотите? Ну, что вы нас хавторазите? Видел вас под Кадмином недавно. Ну так что, а что вы? А что? Поскольку ну, платят? Никто нам ничего не платит. Никто ничего нам не платит. Кто нам платит? Я жду свою подругу. Добрый день. Видел вас под Кадмином недавно. И а, что? А здесь что? Вы делаете? Меня спрашиваете, что ли? Ну да. Я знакомого ищу, просто зрение плохое, потерял его. Ага. А возле камина против чего протестовали? Откуда я знаю против чего? Я говорю, знакомого ищу. Сколько раз повторяю. И там тоже искали знакомого? Да, он там был, я его там искал. Ага.